Так, сегодня, по-моему, 28-е. Я не посмотрела. 28 ноября. Роберт пригласил меня в ресторан, побежал в туалет руки мыть. Так, это его, это он сейчас. Это рыбный ресторан. Недалеко от моего дома. Хай-тай. Он сказал, тут какие-то шикарные креветки. Сейчас посмотрим. Я сегодня утеплилась, потому что холодно сгорало. Тут мое счастье гуляет. Хорошо подхватила магия, где эту безрукавочку. Надо было что-то с длинным рукавом. Так, что мы заказываем? Что мы... Так, я говорю, что ты мне не сказала, что мы пойдем обедать? Я хотела дома рыбки нажарить. Ну, говорит, нет, надо хоть когда-то тебя вывести в люди. Ну что ж, мы дома и дома все время. Ну, мы, правда, иди, как ходим в ресторан. Ну, чаши дома остались. Окей. Did your first time come here? No, I was here maybe 10 years ago. Well, have you been here? Yeah, you wouldn't have been the original one, it's right there. Okay, you said something about shrimps. Yeah. What kind of shrimps? I thought you want to show me my picture. No, look, your picture was bad. It was blurry. Okay. Mm-hmm. I wasn't going to show you that. I was going to show you something I wanted you to see. Okay. And that's why I told you don't go. Он идет с супом. Можно было заказать еще с каким-то там салатом. Не хочу. Там чаудер. Время уже 7 часов, а мы с ним ужинаем. Тарелка какая-то страшненькая. Маша потейтас, она перепутала все. Говорит, у меня уже остыли все эти все рыбопродукты. Тарелка какая-то страшная для этих. Какая-то столовская. Вообще посуда какая-то столовская. Хотя это ресторан. Хороший будет ресторан. Людей полно.